и теперь. Вставай, Россия. Близко. Близко уже. Россия! Чемпион! И теперь можно смеяться до упада. Можно смеяться до самого Нового года, не замечая ничего и никого. Просто мы лучшие в мире. И президент Международной гандбольной федерации доктор Хасан Мустафа выходит для награждения чемпионок мира. Трехкратный чемпион мира Инна Суслина. Трехкратный чемпион мира Людмила Паснова. Впервые чемпион мира Татьяна Дронина. Подожди! Двукратный чемпион мира Елена Дмитриева. Двукратный чемпион мира Ольга Левина. Впервые чемпион мира Марина Ярцева. Впервые чемпион мира Ксения Макеева. А вот он, видите, знает русское спасибо, этот доктор Хасан Мустафа. Майя Петрова. Впервые чемпион мира. Анна Седойкина. Впервые чемпион мира. Екатерина Андрюшина. Дважды чемпион мира. Надежда Муравьева. Трехкратный чемпион мира. Екатерина Веткова примеряет на себя впервые медаль чемпиона мира. И, конечно же, Вика Жилинская делает это тоже впервые. Свои-то 20 годков. Оксана Королева, чемпион мира впервые тоже. Эмилия Турей, трехкратный чемпион мира 2005, 2007, 2009. Под заказ. И, наконец, Татьяна Хмырова. Человек, открывший себя миру, заставивший себя запомнить и даже полюбить иностранных болельщиков, иностранных журналистов, полюбить собственную игру. Татьяна Хмырова, 19 лет, чемпион мира. Вячеслав Кириленко, чемпион мира, ассистент главного тренера. Евгений Мельников, чемпион мира, доктор, врач команды. И главный приз чемпионата мира из рук президента Мировой Федерации Гандбола. Гимн России. Поднимаем весь стадион послушать наш гимн.